Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. В понедельник в Самарской области пасмурное небо и дождь. Плюсовая температура. Днем 1-3 градуса выше 0, ночью плюс 2, плюс 3. Южный ветер, скорость 6-8 метров в секунду. В Сызрани тучи и дождь. Днем плюс 3 и ночью плюс 3 градуса. Южный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо и дождь, днем плюс 3 градуса, ночью также 3 с плюсом, ветер южный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде дождя и снега, днем плюс 2 градуса, ночью 3 выше 0, ветер южный 7 метров в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 92%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.